Яблок в этом году много будет. И калина, смотрите, какая красивая. Ну, а я буду на обед сегодня готовить на костре. Простенький такой обед будет. Картошка молодая и с тушенкой. Одна тушенка ялочина тушкована, ланной буковины. Вот, если кому-то интересна эта тушенка, если в магазине или захочет в интернете купить, то в правом верхнем углу сейчас появится ссылка на обзор на эту тушенку. А также, так как картошки много, добавлю еще вот такую тушенку. Консервы ясней, снеданок ясней, снеданок туриста, яловочина, визит. Это тушенка из армейского сухпая старого образца. Что у нас еще есть? Здесь у меня морковочка, уже я нарезал крупненько, лук и немножко болгарского перца, совсем чуть-чуть. Ну, по-хорошему, надо было сварить картошку и поджарить отдельно зажарку. Но так как сковородка отсутствует на данный момент, костер мы уже распалили, вот, то сначала я в казанке поджарю лук с морковкой, а потом туда уже добавлю, буду варить картошку. Налью подсолнечного масла и разогрею котелочек на костре. А потом буду добавлять картошку уже. Казаночек уже разогрелся. Добавлю сразу все вместе. И перец, и морковку, и лук. Помешивать частенько приходится, чтобы не пригорело. Огонь не регулируется. Картошку порезал крупно, дольками. Будет крупная картошечка у нас. Мелко решил не резать, потому что картошки много, котелок большой и сильно он долго времени занимает. Соль сбегал только что, забыл принести. Кстати, вот эта бутылка My Battle, не покупайте такие, треснула в первую неделю. Вот. Теперь для переноса жидкости не годится, зато теперь используется как солонка. Так, теперь очередь тушеночки пришла. Высыпаю тушеночку сюда. Вот. Здесь она с бульончиком. И вторую баночку сразу. Я специально сначала тушенку, а потом картошку, чтобы картошечка очень хорошо пропиталась тушенкой. Горячий костер какой. Чтобы не просто в картошку тушеночку добавить, а чтобы картошечка так хорошо пропиталась тушеночкой, мясом. Чтобы было очень-очень вкусно. Так. И сейчас через пару минут добавлю сюда картошку. Сейчас воду с картошки солью и буду добавлять картошечку. Оху. Засыпаю картошку. Ой. Ё-моё. Боюсь, что она у меня вся не влезет. Придется оставить сырой картошки на завтрак. И долью теперь водички, чтобы покрыла картошку. Посолю по вкусу. Накрою крышечкой и все, и буду ждать приготовления картошки.
Вот такой простой рецепт. Осталось теперь дождаться, когда она закипит и приготовится. Прошло 10 минут, вода начала закипать. Я остатки картошки все-таки умудрился в котелок сунуть. Теперь вода начала закипать и избегает. Чуть-чуть. Ну ничего, зато всю картошку приготовлю. А вода сейчас выкипит чуть-чуть. Картошечка кипит вовсю. Я снял крышечку, чтобы вода немножко выкипела. И я хочу, чтобы картошка покипела как можно дольше, чтобы вот она разварилась такая была, вот разваливалась прямо. А я совсем забыл про фасоль. Хочу добавить в картошку вот уже вареную фасоль в томатном соусе. Вот аж вода выкипает. Даже не знаю, куда ее теперь добавлять. Совсем забыл про фасоль. Вот, вот добавлю сейчас фасольки туда, картошки. Чтобы было, чтобы обед был сытнее и вкуснее. Фасоль уже сваренная, поэтому ей вариться не надо. Она уже готовая. Маленький казанок, еще так чуть-чуть борта нарастить. Подливка покраснела от фасольки. Ну, а теперь осталось только зелень добавить. Здесь укропчик, петрушка и зеленый лук. И все, и я думаю, еще минут 10, ну пусть 15 покипит. И я буду снимать, нести к столу. Вот отдельно, если попробовать, то картошечка как, ну, картошка как картошка. А вот если вот с юшечкой, то просто вообще бомба. Вот чувствуется фасолька, тушенка, классно вообще вот чувствуется. И перец болгарский. Ну и все это в дымке. Вообще просто, вместе с ложкой можно съесть. Все, картошечка приготовилась, буду снимать с костра ее. Раз. Вот так. Сейчас картошечку тебе дадим. Что скажете по поводу картошки? Картошка очень вкусная. Не пересолила? Совсем нет. Очень-очень как раз самое оно. Все. Приятного аппетита. А нам пора кормить молодежь. Ну, как требует обед.